Dear John, welcome to our... Дорогой Джон, большое спасибо, что вы приняли участие в нашем фестивале науки. Мы действительно ждем вашего выступления. Да, большое спасибо, Константин, за ваши теплые слова и представление. И большое спасибо, для меня это большая честь последовать вашему приглашению. И сегодня я хочу поговорить о наиболее известных нейродегенеративных болезнях, которые мы сталкиваемся. Эти болезни связаны, конечно, со старением человека. И могу сразу сказать, что сейчас, во времена ковида, возможно, самая большая And here is the hippocampus. This is the area of the brain where you make new memories. And this should be much fatter than this, much bigger. And this is the histopathology of the disease. This is a plaque. It's about a tenth of a millimeter across. And it's made up of a protein called amyloid. These are blood vessels. And these too have got amyloid around them. And then these are nerve cells from the cortex, and inside them they have these deposits called tangles, which are made up of the tau protein. So this is the pathology of the disease. And of course, what we don't know when we look at the pathology is what all... Дмитрий, вы будете переводить? Да. У нас как бы идет уже эфир, но перевода нет почему-то от вас. What we don't know is и то, что мы не знаем, порядок, в котором эта патология проявляется. Это вот патология болезни Паркинсона. Вы можете здесь верхняя часть спинного мозга, и, как у обычного человека. In a Parkinson individual, and you can see you've lost this color. У человека с болезнью Паркинсон. И когда вы смотрите на микроскоп, вот здесь посмотрите тела Леви, они также выглядят пораженными. А вот теперь посмотрим, вот еще одно заболевание, которое можете также увидеть. Вот эта часть мозга должна быть больше, если мы посмотрим именно сюда, и непосредственно нейроны, то мы можем в том числе вот здесь и отложение тау-белка. Также все три эти заболевания мы можем увидеть отложение белка, которое приводит к более серьезному протеканию этой болезни. Что касается болезнь от геймера, то это амилоид, у Паркинсона это синуклеин, а у тауопатии это тау-белок, как здесь. Что касается моей научной группы, то мы как раз изучаем генетику этих заболеваний, и в обоих случаях эти заболевания... The diseases are early onset and occur in the 40s and 50s and are genetic. And my group has been trying to find the genes for the disease. Моя группа старается сейчас найти гены этих заболеваний. И что касается этих заболеваний, то у них очень простая причина. Что касается болезни Паркинсон, здесь мы говорим о синуклеине и его отложениях, то одна из причин этого заболевания заключается в том, что у нас несколько дополнительных копий гена синуклеина. Что касается болезни Альцгеймера, то причиной заболевания также является дополнительные копии именно гена амилоида. Что касается тауопатии, то причиной заболевания в том числе являются дополнительные копии именно таугенов. Что касается всех этих заболеваний, и то, что мы и мои коллеги определили,
что мы сейчас действительно смотрим, что серьезное отложение протеина, и это характерно для всех этих заболеваний. И здесь мы видим, что это вот эта работа, которая была подготовлена в Кембридже Мишель ван дер Скула, и она как раз отметила, что вот эти протеины действительно находятся в большом количестве в мозге человека, и таким образом невозможно осуществить их полное расщепление или поглощение. Что касается амилоида, то болезни Альцгеймера, то мы начали смотреть это следующим образом. Я специально хочу вам показать, как работает генетика в этой ситуации. Вот, например, это дедушка с болезнью Альцгеймера и два сына с болезнью Альцгеймера. Они также, видите, смотрят также на хромосом 21. И видите, что примерно у них проявление болезни Альцгеймера было в районе 55 лет. А вот здесь двоюродная сестра, она не пострадала. Но вот эти два человека, у которых есть эта часть хромосома, и таким образом видим, что ген заболевания находится рядом с геном амилоида. И смотрим на последовательность гена амилоида, мы видим мутацию. Что касается других семей с болезнью Альцгеймера, то есть в том числе и другие гены, которые вовлечены в этот процесс. И вместе с моим коллегом Питером Хипслопом, вот видите, что это так называемый присинуклиновый ген, который вот здесь фактически 9 раз проявляется. И мы сначала, когда обнаружили его, не понимали его функцию, но теперь его функция заключается в том, что с тем, чтобы расщеплять амилоидный протеин. Таким образом, или мутации происходят в клетке амилоида, или происходят мутации в белке, который расщепляет амилоид. И это, возможно, приводит к раннему началу или проявлению заболевания. Что касается этих случаев заболеваний, которые связаны с производством амилоида, и это в том числе связано с, смотрим на позднее проявление заболевания, как тут выглядит количество амилоида. И мы смотрим сначала те гены, которые изначально накапливаются и потом проявляются при позднем проявлении заболевания. И видите, исследование, которое связано с генным влиянием, видите, хромосомы, а вот это уровень значимости. И смотрим на много количества маркеров возле генов, и какие маркеры связаны с этим заболеванием. Это ведет нас к тому, чтобы определить вот эти гены здесь. Что же, какую работу проделывают эти гены? Так что очень интересная публикация, которую хотелось бы вам показать на данный момент. Практически все эти гены, которые мы увидели при позднем проявлении заболевания, они все вовлечены в иммунную систему. И в контексте мозга это микроглии, или они были вовлечены в процесс метаболизма липидов. Так что есть два пути. Первый – это иммунная система микроглия или метаболизм липидов. Они связаны с поздним проявлением заболевания. И вот где мы также делали свой вклад в это исследование. Мы стали смотреть на последовательность случаев и обнаружили мутации в этом гене в ТРЕМ-2, который также является вот таким изначальным фактором для возникновения болезни Альцгеймера. Когда мы пришли к этим заключениям, когда проверили последовательность генов, мы также стали смотреть, какие гены отвечают на отложение амилоида. И что мы нашли? Действительно впечатляющие вещи. Мы обнаружили мутации. Мы также обнаружили, что ТРАМ-2 является белком, который увеличивается в количестве и превышает серьезный свой уровень в мозгу, когда происходит отложение амилоида. Таким образом, этот белок действительно отвечает на наличие амилоида. И здесь мы сделали следующее. Мы специально здесь создали вот такую вот сетку этих
амилоидов, которым, белков, которые отвечают на отложение амилоидов. И здесь в середине находится ТРЕМ-2, а вот также и другие белки, которые отвечают на отложение амилоида. А также есть рисковые гены, которые также представляют риск для болезни Альцгеймера. Что мы здесь показали? В частности, это насколько вы хорошо реагируете на отложение амилоида, и это важно для позднего проявления заболевания. Что я вам сейчас показать, то в отношении раннего проявления заболевания, то это производство амилоида. А сейчас я вам показываю, что при позднем проявлении Альцгеймера, когда происходит недостаточное расщепление амилоида. И эта находка, это было, открытие было сделано в том числе коллегами Рэндаллом Бейтман, который также показывает, что действительно происходит очень плохое расщепление амилоидного пептида. И вот неполнение итог, что гены, которые вовлечены в раннее проявление заболевания и производство амилоида, но большинство генов является именно или связано с поздним проявлением заболевания, и это связано с микроглиал и с метаболизмом липидов. Что я сейчас вам сказал? Это на самом деле уже доказанный факт. А вот сейчас я хочу вам рассказать то, о моих мыслях, что же здесь на самом деле происходит. Потому что есть амилоидный прекурсор здесь, в мембране, и амилоид, он здесь находится в центре при белка, прекурсорного белка. И что он проделывает? Он формируется, увеличивается в мембране нейрона, то таким образом он притягивает все микроглию, и микроглия восстанавливает повреждения. А что происходит в этой ситуации? Но вот это восстановление повреждений нарушается. И таким образом, получается, амилоид вызывает повреждение мембраны. И если восстановление мембраны не очень хорошо происходит, или слишком много амилоида, то, к сожалению, это приводит к заболеванию. А теперь давайте перейдем к заболеванию болезни Паркинсон. Что касается болезни Паркинсон, то белок, который отлагается, это синуклеин. И мы определили большое количество генов, которые также связаны с болезнью Паркинсона. И они все вовлечены в двумя путями. Первый – это эндосомы. Это контроль аутографии эндосомов и лизосомов. Это один путь. Это определяет, в частности, как лизосомы разбивают вещи в клетки, а что касается эндосом, они также отвечают за деградацию. Или это вовлечено в метафагию, потому что метафагия – это процесс, как направляется синуклеин в лизосомы для разложения. Фактически, здесь всегда лизосомы действуют, и это очень важно для болезни Паркинсона. Что касается GWAS-а для болезни Паркинсона, то мы искали именно рисковых генов. То же самое, опять же, хромосомы, все гены, так что большинство генов являются лизосомными или митохондриальными. Таким образом, мы видим один и тот же путь. И это также подтверждается вот этими публикациями, что люди с мутациями в накоплении лизосом могут, к сожалению, иметь более высокий риск возникновения болезни Паркинсона. И раннее проявление заболевания может быть вызвано слишком большим количеством синуклеина.
И что мы здесь говорим, что это связано с проблемами с лизосомами, и что вы здесь видите, что синуклеин как раз разлагается именно лизосомами. Поэтому, и когда слишком много, большое количество синуклеина, по большому счету, ингибирует действие лизосом. И фактически повторяет историю с амилоидом. Если слишком большое количество синуклеина, и, соответственно, у вас будет плохой механизм для его разложения, то, соответственно, возникает заболевание, болезнь Паркинсона. Соответственно, вывод мой следует: слишком большое количество синуклеина и слабые лизосомы – это основные причины возникновения этого заболевания. И сейчас мы переходим к тем заболеваниям, которые мы только связаны непосредственно с нейрофибриллярными клубками, именно тауопатиями. Дело в том, что изначально было только раннее проявление заболевания. Когда мы смотрим на рисковые гены, то здесь вот все основные, остальные рисковые гены, которые мы выявили, они все вовлечены в систему убиквитина протеосомы. И что мне хочется здесь еще раз сказать, что тау-белок, он разлагается с помощью системы убиквитина протеосомы. Поэтому тау-белок фактически он поглощается системой убиквитина протеосомы. И фактически именно эта система берет и разлагает тау-белок. Таким образом, у нас то же самое предположение. На самом деле, тот же самый механизм. Так что во всех заболеваниях чрезмерное производство белка может привести к аутосомно-доминантному заболеванию. И во всех заболеваниях многие гены вовлечены в позднее проявление заболевания, также вовлечены именно в расщепление этого белка. И механизмы расщепления во многом отличаются. Что касается Альцгеймера, то амилоид, он разлагается в микроглии, у болезни Паркинсона синуклеин разлагается в значительной степени лизосомами, а что касается таупатии, то таубелок уничтожается главным образом протеосомами или системой убиквитина протеосомы. И что мое касательное предложение для позднего проявления заболевания? Чем старше мы становимся, соответственно, у нас серьезные белковые повреждения нашей системы, нашего мозга, то механизмы расщепления белка, которые хорошо работают у нас, когда мы молоды, недостаточно хорошие, когда мы стареем. И таким образом белок начинает накапливаться, и в итоге приводит к возникновению этих заболеваний. Но что это означает в плане терапии, лечения? Есть два четких пути. Как найти же правильное лечение, так просто. Первое – это снизить производство этого белка. Например, используя соответствующую по терапии и уменьшить количество генов, которые проводят этот белок, или как-то стимулировать механизм расщепления белка. Соответственно, либо снизить производство белка, либо улучшить путь расщепления белка при болезни. Большое спасибо за ваше внимание. Я, естественно, буду рад ответить на ваши вопросы. Я буду рад ответить на ваши вопросы и услышать ваши комментарии, если у нас, конечно, на это есть время. Yeah, John, thank you very much. Большое спасибо, Джон. I do not see any chat. Я не вижу никаких вопросов в нашем чате. Ну, возможно, я задам вам вопрос от себя лично, Джон. Mm-hmm.
Is there any specificity? Есть ли какая-либо особенность? Is there any specificity in the degradation pathway? Я услышал про особенность по пути деградации. I hear many voices and cannot actually speak. К сожалению, я слышу много голосов, много говорений. Но мой вопрос касается следующего: насколько специфично является именно деградация? И есть ли возможность? Можно ли увидеть какие-то другие вопросы? Да, есть в том числе отложения и белка на периферии. Например, отложение амилоида в сердце, например, бывает проблема с сердцем, или, скажем, одна из причин диабета, также отложение амилоида именно в поджелудочной железе. Я, честно, не знаю на самом деле, сколько механизм там одинаковый, но во многих тканях, не во всех, вы можете терять небольшое количество клеток каждый год, например, в вашей печени, но при этом растут новые клетки для замен. А что касается мозга, здесь нету новых клеток, которые вырастают, поэтому небольшая потеря нервных клеток является катастрофичными, а вот потеря клеток печени может быть восстановлена, соответственно, каждая ткань требует особого подхода. Yeah. Да, и вам тоже.